Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Asus ROG Phone 5S. Сейчас я покажу, как выполнить полный сброс абсолютно всех данных через настройки. Итак, открываем приложение настройки. Спускаемся вниз и выбираем систему. Затем нажимаем на кнопку «Сброс настроек», «Удалить все данные», «Сброс к заводским настройкам», «Удалить все данные», «Стереть все» и ждем, пока телефон перезагрузится. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания!